Доброе утро, проснулись, опять забыл все снять. Вот тут вот все, короче, мы проснулись. На поле, недалеко, вон там трасса сзади меня. Мы вчера поймали, короче, все-таки еще одну машину там, под фонарями уже. До кого-кого попался этот дальнобойщик магнита. Вообще первый раз такое, на самом деле. Я их обходил, так сказать, стороной всегда. А тут вот прям прикольный мужик такой, пофигист попался. Энергетиков нам надавал еще добавок. Че, вон сейчас нарисовали табличку там. Сейчас поедем дальше. Раз уж мы здесь проснулись, надо поворовать яблок. Так, едем до на Бэшке, прям до под Кавказа. Вообще с комфортом. Все, доехали вот до порта, идем сейчас пешком вот навстречу, наверное, пришел паром, навстречу нам люди, машины. Отвратительная тут какая-то ситуация, не проедешь, мы кое-как проехали. Там встречает вот тоже мужичок, который нас вез, он не как проехал. Тут в очередь кто едет на паром и назад с парома по встречке, и все, больше вообще нет места. Ну и не знаю, надеемся, тут может все поднастроиться со временем, но пока что все так себе тут выглядит. Сейчас будем узнавать, что как тут все это работает, что сколько стоит. Что там? 150 рублей, да? Ван досмотр, а теперь купили билеты. О, в принципе, довольно-таки быстро так все прошли. Идем, вон уже паром грузится. Малыш, не торопись, он еще через полчаса отходит. Вот, этот, 150 рублей стоит. Кто-то нам говорил, что в машин можно писаться будет бесплатно. Нифига такого нет, все равно каждый пассажир из себя платит. Ну и вон, собственно, паромы, и там машины на них заезжают. Офигенно, прикольно. Олимпиаду вон нам нужна. А он уже отходит. Серьезно? Блин. Там вон целый вагон вообще грузит. Все, 15 минут, и мы приехали. Да, можно тут растягивать табличку и ловить уже, начинать. Мы такие ловим уже сразу, прям тут. Чё-то хрен мы кого поймали, пока идем дальше. Всё, эти ребята привезли нас в Севастополь. Две машинки, и мы здесь. Только нам еще на автобусе надо ехать до дома. А еще у нас интернет нет. И все затекло. Мы ехали, вот уже вечер. Нам надо до 11, чтобы по одиночному тарифу успеть. А то будет по двойному. Правда, если сейчас будет еще автобус в ближайшее время.